Ну что ж, друзья, продолжаем смотреть за одним из полуфиналов аматорской серии Intel Challenge. Третья решающая карта вот-вот начнется. Что-то я себя не слышу. А, ну все нормально. Все отлично. Опять же, не забывайте, наши средства связи — это последняя вот новость на сайте pb.kiberarena.tv. Оставляйте комментарии. Я их буду зачитывать. Новость называется «Репортаж с финала аматорской лиги». Ну, в общем, мы смотрим полуфинал 10-го сезона Intel Challenge, аматорскую лигу и, конечно же, третью карту. Привет, клан Эшелон. Стрим четкий, проблем нет, Таф, коммент радует. Спасибо, спасибо. Вот эта игра, да, действительно, игра в первую очередь. В первую очередь именно игра здесь важная. Важная составляющая. Ну что, я готов. Шах пишет мне, Тафа, я не задрот. Ну окей. Гоу, гоу, гоу. Вот что я могу написать. Третья карта будет метро. Наша любимая, поезда, камеры. Ну, короче, по-моему, сейчас будет самое интересное. Ну и тут решится судьба Марио. Ага, он с Аугом даже. А кто будет с М200 у нас работать? Сейчас посмотрим. Вообще, все-таки к метро, наверное, больше подходит снайпер. Начало миссии. Так, поехали. В атаке Минк у нас играет. Все, посмотрите, замена, замена пошла. Итак, Фастринг минус Никхост. На третью решающую карту сделали замену сейчас парни из команды под названием Миксеры. Ну что, взрывают сейчас и Минга. Ну и, конечно же, ребятам из Миксеров сейчас нужно будет, конечно, парочку-тройку желательно раундов выиграть за атаку. Понятно, это метро, все сложно. Так, первый поезд прошел успешно. Фастринг отлично справляется в защите. Шах один остается, но тут без шансов. 1 в 5. Да, беда, беда для команды Миксеры. Походу, это 1-0 в этом полуфинале. Но мы сейчас разберемся, конечно, со всем этим делом. Напряженный, напряженный полуфинал. Три карты. И сейчас метро. Вообще феноменальная штука. Фастринг вообще здесь нараздавал в этом раунде. 4 минуса сделал, 4 фрага. Красавчик. Я жаль, его не записал, конечно. Ну, что поделать. 1-0 за виртуальной пить. Ой-ой-ой, извините, это мы уже... Обои на Bloodline висят для завтрашней трансляции. Да, 1-0 в пользу Virtual 5. Да, напомню всем, что завтра мы с Вилатом в 4 по Москве, в 2 часа дня по Киеву комментируем нашу первую вот такую жесткую трансляцию по Bloodline. Приходите, будет весело и интересно. Отвечаю. Фастринг уже дал минус. Очередной в этом раунде. Сейчас и Шаха, по-моему, заберут, забрали рампа. Ну, короче, это метро вообще пока что провально начинается. Да и вообще мы помним, что атака и у одной, и у второй команды хромает, лаги ненадолго. Все, я проверил, все нормально, стрим идет хорошо. Не так, конечно, много зрителей у нас сегодня, но я думаю, все фанаты Point Blank, проигроки, многие за этим матчем смотрят, потому что, в принципе-то, их, возможно, будущие соперники уже. И ребята, которые попадут в Pro-дивизион. Ну, за этот, конечно, раунд опять нечего сказать. Шах с Никхостом остаются вдвоем. Защита отлично играет, сейчас засели на камерах. Сейчас Никхост как раз проверит, что же там в пленте. Ну, в общем-то, все идет к тому, что счет станет 2-0 в пользу Virtual 5, но, может быть, что-то изменится. Сейчас, конечно, сторона много решает. Видел Никхост Фастринга за пультом управления камерами и вообще, наверное, всего метрополитена. Так, сколько у нас тут скоро поедут поезда. Минус от Фейпса, Никхост снял одного. Ну, поезда, по идее, никого сейчас не зацепят. Поэтому, ну, давайте смотреть, тут не так много секунд осталось. Если Никхост мансанется в сторону линии, может быть, весело... Нет, его зажмут сейчас. Он перестреливается, его видит Фамстед. Минус от Никхоста, хотя, смотрите, он в углу. Так, минута 10 секунд, пошел поезд, двойной, сплитом. Ой-ой-ой, Никхосту повезло, чуть его не придавило. О, как он рискованно пробежал. Пробегается центральный вагон. Нет, видел Ори. Фастринга 24. Ну как же неаккуратно сыграл Никхост по концовке. 2-0. Хотя неплохо тащил. 2-0 за виртуальной пятеркой. И они могут выйти в финал. Да, параллельно финалу, друзья, будет идти матч за третье место, который я не буду транслировать.
Ну, что поделать. Мы увидим самое смачное. Самый лютый бой. В финале уже Team A. Со счетом 10-8, 10-4. ВВГ Midtown обыгрывают команду X-Rack. X-Rack ждут своего матча на третье место. Ждут проигравшего. Ну а команда Team A уже ждет победителя. У нас снова бешеный размен. Атака захлебнулась. Центральная платформа. Здесь Минк остался. Минк. Минус. Нож. Должен был рубануть почему-то сквозь чувака. Проскочил. 3-0. 3-0. Пока что водопроводчик, не знаю, не помогает команде миксеры. Водопроводчик. Вот он. Чудо Марио. Ну, в общем, по-моему, пора уже брать М200. Потому что в атаке играть без снайперки, ну, знаете, ну как-то не так вообще. Ауги, ауги, ауги. У всех ауги. Вся команда атаки играет через 5 аугов. Возможно, это было неправильное решение. Возможно, все-таки 1М200 понадобился команде. Ну, возможно, Марио сказал, что идите куда подальше на метро, я не возьму эту штуку. Может быть, может быть. Итак, Рам дает первый минус. Так, чья-то тень была. Это Бу получил по голове. Минус от Марио. Вот он, водопроводчик. Включился Никос. Дал минус. Смотрите, как-то легко дается раунд. Есть минус от Фастринга. Рядышком Памтед. Никос дал минус. Бомба стоит. И Фастринг остался один. Получил от Марио по голове. 3-1. И вот водопроводчик также включился. Снова я с не то окошко свернул. Счет матча 3-1. Первый раунд для атаки миксеры. Ну, как бы не так поздно. Вот помните на ДЦ, как они поздно взяли все свои раунды за атаку, там проигрывая 5 или 6-0. И последний, второй они взяли в самом конце. Вообще тяжелейшая игра была. Овертаймы, чудо камбэк. Все это было. Ну, вы, если только недавно подключились, вы это уже пропустили. Ну, а сейчас у нас нечто, знаете, интересное тоже должно произойти. Все-таки метро. Если команда миксеров будет брать какие-то раунды за атаку, то все будет хорошо. Неаккуратно играет Минк, он наказал его Бу. В предыдущем раунде пытался ему в этот вентиль заползти. И вот второй раунд подряд он делает ветер. Первый поезд пошел. В принципе, пока что без проблем для защиты. Краски уже занимают. Ну, в принципе, сейчас виртуальная пятерка может взять и четвертый раунд и немного оторваться по счету. Ну, знаете, настоящий ПБ-задрот должен понимать, что это метро, что атака не всегда получается. И то, что самое важное, вот ему нужно будет сделать во второй половине, если я говорю про команду миксеров. Нужно просто играть хорошо в защите, и там уже Марио не отмажется от М200. Вот здесь, кстати, Сауга неплохо вроде бы действовал, но Бу отлично забрал. Бу вообще неплохо. Смотрю, минус от Шаха. И Шах один на С-платформе, его минусует. 4-1, как-то быстро идет метро. Ну, если две первые карты были очень напряженными, такими мощными, смачными, то пока что третий решающий вот с заменой как-то идет не очень хорошо. Ну, возможно, чего-то натупили миксеры при черкане карт. Возможно, нет. Возможно, просто собрались Virtual Five и показывают нам, ну, а возможно, и чемпионскую игру в этом сезоне. Кто его знает, аматорской лиги. Довольно медленно сейчас пытаются действовать парни из атаки. Минуса Трампа, Фейпс на спуске, все происходит, Ори не попадает, Марио Сауга забирает Фейпса, Ори попадает. С третьей, по-моему, попытки. И остается вдвоем с Бу. 2 в 3. Ну что, 4-2 могут сделать сейчас миксеры. И, в принципе, интрига будет оставаться. Ну, как бы 6-3 будет абсолютно нормальный счет для камбэка, я думаю. Конечно, лучше сыграть 5-4, но это будет очень сложно. Отлично действует снайпер. Virtual 5 минус от Ори. Еще двое в склад. Вот чуть его не сбил поезд. Сейчас чуть не завтыкал. Чекает склад. Там Марио. А рамп что, уже в точке или на переходе? Я не вижу. Нет, рамп вообще черт знает где. Он далековато, далековато. Он на первых красках. Сбу, наверное, перестреливается, который на точке стоит, на локомотиве, который ездит. Так, у нас, кстати, Марио уже в вентиле. И забирает он Ори на точке. Все, камеры чекает, видит игрока защиты. Говорит, вторые краски. Должен знать об этом рамп. И рамп, в принципе, туда и смотрит. Вот сейчас центральный вагон. Видит он Бу, дает инфу Марио. Перестреливается, отрезает поезд. А Бу летает. Бу летит убивать Марио. Что делает атака? Вообще отлично играет Бу. Диффузить. Надо диффузить. А, бомба не поставилась. Крутая инфа, пишет Марио. Марио, ты слышишь меня вообще, пишет Ник Хост.
Сказал же сзади. Тихо. Главное, 100%. Туши, чат, не пали. Ну все, увидели друг друга. Бу ставит хедшот. Вот этот раунд, наверное, все и решит в этом матче. Неудачная игра миксеров в большинстве. 3 в 2, 5-1 в пользу защиты. Конечно, еще будет 3 раунда, 3 возможности у миксеров. Но, по-моему, их отправляют в матч за третье место потихонечку. Виртуальная пятерка. Ну и команде Team A нужно уже разминаться, уже готовиться. Потому что вот, ну я не знаю, перерывом в 10 минут, вот как только закончится этот полуфинал, мы сразу же пойдем на трансляцию финала. Я думаю, мы не будем сейчас вот придерживаться расписания. У нас через час показан финальный матч. Да, если будет возможность, мы сыграем раньше. Так, ну давайте смотреть, что сейчас будет. У нас аркада спуск, по-моему, 2.28 пойдет, да, под пояс. Сейчас увидим. Так вот, есть защита. 2.20 сейчас собьет Фамстеда. Смотри, что он тут мансуется. Ну, вообще, минус Фамстед. 3-3 ситуация. Ори перекрывает, пытается на линии сейчас. Но атака не спешит. Очень аккуратно после размена действует. Понимает важность каждого раунда. Минус нет, шаг не дает сейчас. Беда, потому что там уже поджимает кто-то склад, если я не ошибаюсь. Да, Фейпс на складе. Никост в вентиле, Фейпс чекает, коробка может помешать, да, помешала, но он все-таки увидел Никоста, 57, Никост, 56, 42, 26, какие танцы, лаг был, Никост дает минус, и атака против Ори остается, против снайпера. Ну, как бы можно делать второй раунд, Да ладно, не гоните, пацаны, сейчас все поумираете, шах дал минус префайрами, 5-2, ну, как бы борьба продолжается, но мы видим, что Virtual Five пока что выигрывают. Ну, хотя, может быть, будет и камбэк очередной в исполнении миксеров, такой, как был на ДЦ. Все это реально. Сегодня вообще очень напряженные матчи, очень красивые игры. И, ну, отличная, я бы сказал, просто отличная у нас аматорская серия, очень скилловая. Я бы ее не называл аматорскую, как минимум семи-про финалом, сейчас полуфинала наблюдаем. Но у нас просто нет пока что семи-про, они появятся еще. Так много сезонов мы отыграли. Минус от Бу, минус от Фейпса. Не выходят сейчас на Локомотив никак. На план Б. И да, прогнали атаку сейчас игроки Virtual Five. Вот спуск двое подходит. Никост в вентиле. Да, это будет на выход на спуск. Даже Никост еще не в вентиле. Он перетягивается, чекает поджим, ждет Бу. Видимо, нервничает. Вот Бу появился, да, дорезался он с ножичком. Минус Никост, минус от Бу. Марио и шаг 2 в 5. Ори видит Марио, сейчас Бу присоединится из вентиля, он уже вот стреляет по Марио. Ну, как бы все, да. Наверное, в этом раунде все, зажали просто сейчас атаку игроки дефенса. И это 6-й раунд для Virtual Five. Либо Марио и Шах сделают мега раздачу. Так, смотрим. Итак, Шах. Ну, как-то видите, они зажаты, они ждут поджимов, они ждут ошибки от защиты, что кто-то на них ломанется, они минуснут, там дальше пойдут, появится какая-то брешь в обороне, там дальше продавят, бац, еще как-то вытащит раунд. Нереально. Хотя, подождем, Марио дал минус, забрал он Бу, все-таки вентили, Ори, очень важный минус, М200, ну и все, шах 1 в 4. Нет, получает легко по голове, 6-2, остается последний раунд в первой половине и 4 раунда до выхода в финал для команды Virtual Five. Проиграв первую карту, в напряженнейшем матче выиграв вторую, вот они сейчас лидируют на третьей. Это все тот же полуфинал Intel Challenge 10 сезон. Ну и в финале уже Team A, Team A, называйте как угодно. Ребята, которые у нас в турнирной системе с немецким флагом. В общем, эти парни готовы выйти. Не то, что они уже в финале, они готовы занять первое место. Ну, посмотрим, как у них получится матч против Virtual Five, либо Mixers, мы еще не знаем. Так, 2.28 пошел поезд. Походу, никого не сбивает, к сожалению. Или все-таки Фейпс у него встрянет? Нет, никто не встрянет. И вот пошел Минк сразу в спут. 6 кп у Минка осталось после Фамстеда. Минк хорошо поработал хедшотом. Фастеринга заставили зайти в склад. Минус от Никоста, минус Фейпс, бум, минус Рамп. 4 в 3 атака в большинстве, но 6-3 могут сделать сейчас. Я вот как раз в начале половины говорил, что 6-3 будет идеальный расклад. Еще одного забирает Минк. Второй поезд прошел. Фастринг клад, минус Минк. Есть инфа, по крайней мере, о фастринге. Ну, а по линиям Ори. Да, все, его тоже видели, у Марио 3 остается. Он жмет всю обойму, уходит в склад. И там сейчас должен решать фастринг. Ну что, красный Марио, полжизни у Шаха. 110-й Никост. И вот если сейчас фастринг его минуснет. Фастринг, кстати, еще бы план контролит отсюда.
Пока нет. Вот, да, минус нет. Смотрите, какой тайминг. Минус. Чек склада. Походу, это 7-2. Вот такой кошмар от событий. Сколько раундов вообще вытащили эти Virtual 5? Молодчаги. Видит одного из двоих. Фастринг дает инфу. А шаг к нему крадется. Оп. А видел его сейчас Фастринг или нет? Я вот не обратил внимания. Шаг минус Фастринг. Видимо, не видел. Ори 1-2. Походу, все-таки может случиться 6-3. Поезд. Опа. Фух. Страшно, когда на тебя ломится поезд. Причем двойной. Минус 0-8 пошла. Есть минус от Марио. Счет 6-3. Кстати, такой счет довольно неплохой. И я, возможно, рано миксеров начал хранить. И если они сейчас удачно начнут играть в защите, то все у них может получиться. Неимоверная борьба. Команды стоят друг друга, конечно. И вообще они дарят нам очень интересный вечер трансляции, очень интересная борьба. Ну, вообще, то, что доктор прописал сегодня посмотреть в этот праздничный вечер. Я бы так бы сказал, наверное. Ну что, ждем второй половины. Так, надо написать готов. Я готов. Жду экшена от ребят. Ну что, друзья, поехали. Немножечко туда посмотрел, подписывался везде. Сейчас еще быстренько гляну комментарии, возможно. Что-то важное мне там кто-то отписал. Все тот же, конечно же, наш портал pb.kiberarena.tv. Оставляйте, регистрируйтесь, кто не зарегистрировался, оставляйте комментарии. Все, я это читаю. Эшелон, передаю еще раз, привет уже. 10-й. Ори минус в атаке. Вот она, М200 нашей мечты в атаке. Вот без него, конечно, тяжело. Должен был снайпер в одной и второй команды, по-любому на метро. Ну что, спуск 2.28, возможно, двое сейчас выйдут. Смотрим сюда. Да, пошли, не хост. Ой-ой-ой, бу, минус. Защита в меньшинстве, как хорошо. Начали сейчас парни из Virtual 5, и они уже на... Ого, они сейчас ставят бомбу, лол, сейчас поедут, поехали. Нет, Фастринг решил не ехать, перекрыть центральный вагон. Видит одного, разбивает стекло, дает минус, минус от Марио, минус Бу. Фастринг дальше по линиям прется, есть сейчас пояс, минус от Фейпса, один Минг остается против троих. На первых красках вентиль слева, сейчас будет игрок, сзади, ай, убили, беда, минус от Тори, счет 7-3. Вот это хорошее начало явно для Virtual 5, три раунда до выхода в финал. Совсем чуть-чуть осталось потащить парням, но сейчас мы увидим, справятся они с этим делом или нет. Надо еще три раунда за атаку. Ну, как минимум два для овертаймов еще нужно потащить. Это тоже непросто. Это метро. Сейчас как начнутся Минг и компания переться, все будет отлично вообще. Ну вот о чем я и говорил. Минус от Никоса, минус от Рампа. Фамстед минус Никхост. 4 в 3 в большинстве. Фамстед 3 на 3 делает. Поезд пошел. Минг 1 остался на складе. Тут два парниша, конечно, Марио и его товарищ Рамп очень пассивно действуют. Так, вот сейчас Ори заберут. Ищ. Нет, Ори великолепно попадает просто. Вот не попадает Рамп. Рамп играет с 200. Хорошо играет. 2 в 2. Поезд очередной. Фамсет на центральной платформе. Сейчас его должен увидеть Рамп. Не видит. Фамсет минус. Ой-ой-ой, какой ситуэйшн? Увидели Рампа, и сейчас Фастринг его может забрать. Но тут и Рампа убил Фастринга. Два фастика. Нет. Минус от Фамсада. Вот это, наверное, просто удар ниже пояса. В самом начале второй половины. Два раунда за атаку. Пожалуйста, ребята. Играйте сколько хотите, но мы хотим выиграть. Видимо, так сейчас думают Virtual 5. Они 8-3 уже впереди. И два раунда до победы. Да, с каждым раундом команда Virtual 5 наступает на одно место к миксерам и довольно плотно прижимает их. Сори за мой сленг, но
Так и происходит. Минус отбол, минус шаг, минус от Фамсада. Снова атака в большинстве. Это аркада, спуск, что краски? Нет, это возле Б-планта были минусы. Ори, вентили, минк, тайминг. Но минк, кстати, неплохо сейчас будет. Ой-ой-ой, какой тайминг, Бу сейчас убьет. Уже вентили, беда, Бу уже на точке. Ставь бомбу. Мне, конечно, ставить нельзя в такой ситуации. Но он засел просто великолепно. Минк сейчас чекает, воюет, но он не знает, что здесь Бу. Куда же ты бежишь, Бу? Я побежал, не услышал его Минк, не услышал. Потому что если бы Минк просто случайно развернулся и просто нажал на кнопку, это был бы минус. А так отлично действует Бу. Прочитал ситуацию, чувство есть у него. Минус от Фейпса и Марио 1 в 4 остается. Минус 1 дал, 1 в 3, надо идти брать раунд. Давай, Робокопа включи. Итак, будет ли бешеный водопроводчик сегодня героя матча или нет? Фастринг выживает, уже двое в точке. Ой, поезд, ай-яй-яй, отрезанный поездом. Все правильно делает. Чего ж не пошел? Ха-ха, минус. 3-0. 3-0 и все, интрига у нас, по-моему, вся растаяла. 9-3, 6 матчпоинтов у команды Virtual Five на выход. На выход финала аматорской серии Intel Challenge. Ну и я думаю, там через какие-то, возможно, на 15 минут после этого матча мы посмотрим финал Team A, Team A против команды, ну, скорее уже всего, Virtual Five, друзья. Потому что им остался один раунд за атаку, и они в финале аматорской лиги, первой аматорской лиги в Intel Challenge. Минус от Никоса, минус от Фамсада, минус от Фейпса. Атака в большинстве, знают, что на планте есть игрок. Он на спуске был-то Марио, минус 2, красавчик. Фамсад, Ори вдвоем. Марио, да, беда, 2 в 2. Диспанс, это отличный минус. Остается у нас Ори против двоих. Ну, знаете, один в два можно такое потащить очень легко. Сейчас мы увидим, как он будет действовать. Может потащить. В тупиках стоит. В тупиках. 2.08, если я не ошибаюсь. Нет, не 2.08, там минута 40. Да, 2.08 нижний. Ори дал один минус и остается один на один. Вот Марио вентили слева. В принципе, Ори здесь не ждет. Но он его слышать должен. Да, вот развернулся. Зачем этот зум нужен был? Я не понимаю, зачем нужен был этот зум сейчас, Марио. Ну что ж, отыграли. Отыграли один раунд. 9-4. Так, я слышу, у нас награждение, по-моему, происходит уже на сцене по Старкрафту. Вы могли сегодня стрим смотреть на Киберарена ТВ. Ну, также у нас танки сегодня либо еще будут, либо уже прошли. Точно не знаю. Вот обратите внимание на главную страницу Киберарена ТВ. Там в правом модуле лайв-трансляции. Там обо всем этом наши ньюсмейкеры и комментаторы указывают. Но у нас пока что вот, по-прежнему Virtual Five пытаются закончить эту игру. Минус от Фастринга. Рам 15 кп. Его сейчас зажмут, по-моему, там в тупиках. Фейпс это может сделать. Да, Фейп зажал рампа. Минк минус Бу. Поезд сбивает Фамсада. 3 в 3. Какой красавчик. Поезд. Ори минус. Все, бомба стоит. И только Шах и Минг могут спасти сейчас свою команду в этом матче. Шах и Минг. Шах. Куда же ты пойдешь? Шах вот, по-моему, застрял тут. Он не знает, куда бежать, что делать. Какая-то паника, по-моему, присутствует. Брали 2 кп. Да, ой, как его настреляли. Сейчас слева с планта ему в ухо поставят, как только пройдет поезд. Он давит пастрингу. У того 18. Сейчас на Минга переключимся, друзья, совсем скоро. Минг по... Ой-ой-ой. Все, минус Шаг. Минг на спуске. 13 секунд. Не успеет. Не успеет. Фейпс. Ух ты, забрал. 7. Надо уже диффузить. Все. ГГ. Победа команды Virtual Five. Они выходят в финал чемпионата. И зарезали по концовке Минга. 10-4 на метро. Разгром. Все-таки это только так можно назвать. Ну, практически разгром от команды Virtual Five на третьей решающей карте. Вот это да. Давайте я напишу. 10-4 метро. Virtual Five нашему ньюсмейкеру. Отправлю результат. Все, 2-1 по картам. И команда Virtual Five выходит в финал.